Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас мы собираем вот такую вот самоделку. Называется грузовик для транспортировки мутантов. Видео с обзором этой самоделки. Ссылка на видео с обзором этой самоделки в описании. Итак. Давайте посмотрим, какие же тут есть вполне редкие детали. Ну так, сильно насчет редких деталей нельзя сказать, если только вот такая вот деталь. Она встречается вполне редко. И вот такая. Сейчас попытаюсь ее отсоединить. Но чтобы нам точно следовало обратить внимание так на эту деталь. Это деталь из коробочки с минифигуркой «Пираты Карибского моря». И я вообще этот набор в магазинах видел один раз. Скорее всего, у вас этой детали нету. Но можно заменить обычную вот такую деталью 6x4 и просто сюда прикрепить вторую деталь, которая вот так вот вращается. С другой стороны то же самое. Ну, в общем-то, по деталям все. Можно приступить к сборке. Только я могу предупредить, что могу немного затормозить или пару раз запутаться, потому что эту самоделку я собирал очень давно. Я абсолютно не помню, как ее собирать. Но думаю, у меня получится. Так, что ж, приступим.
Мурена. Мурена. Есть еще рыбка Марковская и рыбка Людмила. Мам. Есть еще рыбка Люба. Ну, и что, по именам, что ли, назвали? Ага. Нет, просто я ходил туда с тетей Женей. Тетя Женя самым красивым рыбкам дала наши имена. Слушай, ресторан домашней кухни. Уже противоречие, ресторан и домашний. Ресторан домашней кухни называется «Веник-драник». Какая-то область из Носковский район, деревня Гамзюки. Из Носковский район.
Ну, это все. Мы собрали грузовик для перевозки мутантов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. До новых встреч. Пока.